Сирень сейчас. Так, посмотрим с этой стороны. Да, как я говорил, такой райончик из, может быть, штук 50 домиков одинаковых, причем почему-то. Так, серо, ладно, закрыты, спят. Ну, выглядит прилично, красиво даже выглядит. Ну, будем ждать теперь съемщика. Вернее, с датчика. Съемщики, это мы с вами. Так, это план. Это вот то, что я вам говорил. Ёлка, она как бы в горках. Так, ну давайте посмотрим. Вот тут карта есть. Мы с вами находимся вот тут. Вот этот райончик. На отшибе немножко. Это хорошо. Тут есть озеро, здесь где-то проходит речка, Рот называется. Вот. Здесь даже железная дорога. Интересно. Так, что еще? А больше тут ничего нет. Нам ничего не надо. Так, ну что ж, дорогие друзья, встреча была многообещающая. То есть мне сказали, что я смогу рассчитывать на этот, на это жилье, ну, потому как условия вроде бы выдерживается, но надо еще бюргшафт, то есть кто за меня поручится, если вдруг я не смогу выплачивать. Ну, этого не может быть, потому что денег в принципе хватает в последнее время. Кстати, как интересно, что там в этой МИТе, как же это сказать-то, в этой цене за аренду включен еще и свет. То есть мне нужно будет только интернет, так говорится, с интернетом и все. Так что все вроде бы как получилось. Теперь надо ошарашить моих сдатчиков, понадеяться на то, что они не заставят меня платить 3 миты, как обычно 3. Господи, это трудно, как по-русски-то говорить. 3 кварплаты, вот. Как обычно это делается так. Но у меня в договоре этого нет, что я, по-моему, могу в любой момент объявить, что я ухожу и
все. Так вот выглядит природа, если хочешь ходи тут с собаки на его, забегайся. Ну, немножко, конечно, запустение, но, как я и думал, в 6 километрах есть заправка, есть аптеки, Сбербанки, все, что нужно, это не так далеко. С вами сейчас будем проезжать это. Я вам скажу, забегая вперед, что требование найти поручителя из-за моей маленькой пенсии, человека, который будет в случае, если я что-то откажусь или не смогу платить, за меня это все платить. По пути домой я пришел к выводу, что навряд ли я хочу кого-то подставить под свои проблемы, это раз. Во-вторых, такого поручителя не нашлось. Поэтому по приезду домой я написал отказ. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Будем искать дальше. Если вам интересно, говорите, я буду вас брать с собой. Всего доброго, друзья. Пока.